Полицейские Ижевска нашли 35 тысяч бутылок косметического лосьона, опасного для жизни. Склад располагался в Ленинском районе города. Удмуртстат посчитал, во сколько обойдется жителям республики их новогодний стол. За самый простой набор, состоящий из винегрета, сельди, апельсина и водки, нужно отдать 538 рублей. Полный набор оценили в 5000 рублей. В Удмуртии подготовка к отопительному периоду следующего года начнется в марте. По мнению экспертов, следующий отоп-сезон в республике может пройти еще более управляемый, чем этот. В середине недели на территории Удмуртии ожидается небольшая метель. Также возможны заносы на дорогах. Температура воздуха днем будет меняться от минус 4 до минус 9 градусов по Цельсию. Хоккеисты Ижсталь на домашнем льду уступили санкт-петербургскому «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4-3 в пользу гостей. Сейчас «Сталевары» располагаются на 19-м месте.